12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики, а с 2011 года праздник также называется Международным днем полета человека в космос. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Что знают граждане о космосе и о его покорителях, узнавал наш корреспондент. Кто был первым космонавтом планеты Земля? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Как называется корабль Юрия Гагарина? Восток. Восход 1. Восток 1. Восход 1. Какой был позывной Гагарина в космосе? Кедр. Вот это я не знаю. Кедр, наверное. Ясень. Сосна, может. Кто был главным конструктором космических ракет? О, этого я не знаю. Ну, пусть будет Юрий Курчатов. Сергей Королёв. Константин Циолковский. Королёв был, не знаю, или... Кто был первым казахстанским космонавтом? Талгат Мусабаев? Тохтаров Бакиров. Тохтаров Бакиров. Тохтаров Бакиров был. Каких собак-космонавтов вы знаете? Лайка? Ну, пусть будет Лайка. Лайка? Да? Лайка. Кто первая женщина-космонавт? Валентина Терешкова. Валентина Терешкова. Валентина Терешкова. Терешкова Валентина.